алкоголь, она бухалась, ребят. Ну, я нас поздравляю. Всем привет, мои хорошие, добро пожаловать на канал Телеканал Плей. С вами Людочка Мазочек, и сегодня мы с вами играем House Flipper. Почитала ваши комментарии, вы попросили, вообще не поняла, как я это буду сегодня делать. Но по вашим заказам, сегодня вы вместе со мной будете делать магазин. Да, видимо, кто-то пересмотрел симулятор магазина на канале Тильки. Поэтому, если не смотрел, посмотри, пожалуйста, тоже классная игра. Советую, рекомендую, там смешно и не очень смешно. Ха! Ну, а мы сегодня реально попробуем здесь сделать магазин. Непонятно, насколько это получится или нет, но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому давайте, как всегда, вот это вот все говно, вот это вот продаем ненужное вообще, вот это вот старье бабкино, вот эту какую-то плесневелую замшу непонятную. Вот это что такое за непонятная хрень? Вот это что такое за панельки? Что это за граффити тут мне нарисовали? Не надо мне вот этого вот гранжа. Я хочу, чтобы у нас было модно, стильно, молодежно. Хотя... теперь уже никогда не будет модно, стильно. Вот это продаем, камин. Да камин нафиг не надо нам, потому что у нас магазин будет здесь. Вот этого тоже здесь не надо, в магазине этого быть не должно. А куда это сюда? О, это вход еще один. Так, удаляем. Удаляем дверь. Здесь у нас аниме-комната. Нормально такой, как все за границей, типа, знаешь, у тебя есть своя комната, ты типа тут живешь, а потом такой херакс, и выходишь, и у тебя магазин под окнами. Очень удобно, я считаю. Берем швабирку и швабиркой драем полы, чтобы было хорошо и чисто, как в попе труба чисто. Не спрашивайте, откуда Люда знает такие подробности. Когда-то Люда подрабатывала в темном прошлом человеком, который смотрит в чужие задницы. Забыла, как называется эта профессия. Кала... нет, не калоприемник. Проктолог! Людка была проктологом. Хэштег Людка проктолог. Вот такая вот она интересная женщина. Двусторонняя, многосторонняя личность. Так, это не надо намыть. Нам надо вот здесь что-то подмыть. Все, ребята, сделали так. Нет, не сделали. Это, наверное, с другой, да, стороны? Дай здесь почищу. Хочу, чтобы тут было чисто. Все. Отчистили, отдраили вот эту зону. В принципе, красиво. Мне нравится. Это что сейчас такое было? Ты видал? Там что-то проскочило. Хорошо. Так как это магазин, то, конечно же, нам нужны классные такие двери, чтобы все видели, что мы магазин. Вот такой вот черный дверь поставим сейчас с тобой. Ой, слушай, она какая-то... вау! Это какие-то новые двери? Подожди, я сломаю. Ах ты, скотина, не дал сломать. Я хотела поставить вот эти классные двери. А давайте эти классные двери... а, мы не сможем, да, сюда тоже поставить, потому что здесь не даст снести несущую конструкцию. Ну, конечно, конечно. Ну да, ну да. Пошел я нахер, да. Спасибо, спасибо. Не, ну раз это магазин, то все как бы должны видеть, что это магазин. Поэтому у нас будет вот такая вот дверь здесь. Типа, заходи, кому не лень. И больше не возвращайся. Нормально, мне нравится. Красивая дверь. И вот сюда сейчас тоже поставим с тобой какую-нибудь интересную, упобрачительную дверь. Только широкую хочу. Такую, чтобы, типа, красивая была. Вот такую черную, как ночь. Хотя она коричневая какая-то. Оказалась черная. Так, ну давай и вот так, с отступом. С отступом. Оп. Ну смотри, а... вот, сразу чувствуется вайп магазина. Обычно магазины не парятся и у них очень дебильный ремонт, поэтому мы тоже сделаем очень дебильный ремонт. Стены. Давайте сделаем их просто темными вот такими падуками. Нет, не подходит. Надо что-то такое, вот как вот эта вот хрень. Панели Зебрана подходит? Чё они такие светлые? Нам надо вот такой же цвет. Так, панели. Дай найду. Вот они, по-моему, да? Ну, такие панели нам подходят больше сюда. Сейчас зашьем эту дебильную коробку. И будет у нас еще зеленый такой цвет краски. Вот такой вот молодой бутон. Да, я думаю, молодой бутон сюда идеально подойдет. Он будет пробуждать аппетит в тех людях, которые будут приходить сюда покушать. Понимаешь? Если ты хочешь пробудить аппетит и хочешь стать в какой-то момент толстенькой и пышечной, то делай себе зеленые обои. Потому что зеленый пробуждает аппетит. О, смотри, какой свежий бутон. Я прям чувствую, как мы расцветаем и пахнем. Блин, надо было помыться, так и знала. Ладно, смотри, значит, вот там вот, где это самое есть, вот так вот делаем, фигарим. А там, где нету, фигарим панельку. И будет красиво вообще, офигеешь, как будет красиво. Мне нравится.
Я прям жрать захотела. Ну, Людка всегда хочет жрать, потому что Людка голодная женщина. Обожает есть, и есть для нее это смысл жизни. Хотя не скажешь по ней, знаешь. По ней скажешь, что депиляцию не делает смысл ее жизни, потому что у нее снова волосатые руки. Ну-ка, покажи ручки свои. Гюльче, дай покажи свои ручки. Вон, видал, снова мужские волосатые руки. А потому что вы, типа, не платите Людке лайками, поэтому она не может себе позволить сходить на депиляцию. Поэтому она зарастает, порастает снова и становится снова мужеподобной Людка. Только она стала сексуальной икрашкой, так все. Мы забыли, каково это, секси. Молодой бутон намазала на сон. Молодой бутон намазала. И потом пришел молодой бутон. Захотел он съесть мой большой батон. Молодой бутон, вкусный он такой. Молодой бутон. Расцвела сирень и бутон ее. Я поел батон и было хорошо. Расцвела сирень, любили до утра. Ох, бутон и я, бутон. Позови меня в притон, бутон. Да. Все, мои дорогие, мы сделали начальную стадию нашего магазина. Мы покрасили все в зеленый бутон. Посмотрите, как красиво, модно, стильно, молодежно. Осталось определиться с полом. Обычно на полу лежат какие-то, типа, такие вот напольные плитки. Поэтому возьмем напольную плитку. Самую уродскую, которая тут есть. Вот, например, бетон, наверное, подойдет. Но мы хотим же красивую все-таки, чтобы было как хоть что-то. Можно положить какую-нибудь зеленую, чтобы она пробуждала, как бы, понимаешь, вот это вот. Ну-ка. О, да, блин, вот это классно. Да, господи. Вот чего нам с тобой не хватало. Смотри, как зелено. Прям сразу захотелось купить какой-нибудь травы и поесть ее. Какой-нибудь щавелечка для рывочка. Вот так вот, да. Да, как хорошо, смотри, как классно. А здесь оставим серый. Это типа зона этой типа еды. Так, вот здесь вот так. Оп. Не еды, а зона касс здесь будет. Вот тут зона касс. Вот здесь уже, собственно, все остальные стеллажи. Ну, слушай, мне нравится. Выглядит пока что как магазин. Единственное, что меня напрягает, конечно, это вот эта вот чухня. Шла отсюда нахер, и ты пошла нахер. Нужно, чтобы все видели, какая здесь красота. Какой здесь классный открылся новый магазин. Не пятерочка, конечно, но на Дикси похоже. Предлагаю начать с того, чтобы сделать какую-то зону, похожую на фигню, где люди будут делать заказы. Предлагаю взять вот какие-то вот такие вот штучки. Вот так вот мы поставим здесь. Ну, типа, что здесь, касса будет? Вот так вот она будет выглядеть, значит, здесь вот так. Сейчас все будет классно, ты вообще офигеешь, как будет красиво. Но у нас есть заказ, значит, есть спрос. Так, а есть другая угловая сторона этой фигни? Да, вот, другая сторона этой угловой фигни. Ее мы ставим с тобой вот тут, вот так вот, впритык. Смотри, как красиво, а? Богато, классно, жить не запретишь. Что это тоже бы сейчас центрировать чуть-чуть. Вот так вот, смотрите, а? Вот это я понимаю. Так, ты здесь. А еще один сюда такой же влезет или нет? Смотри-ка, влез. Вот так вот, первая стоечка кассы готова. Видал, что с тобой творим. Так, дальше, пошли дальше. Значит, вот здесь дальше продолжается у нас кассовая вот эта вот херня. Еще одна кассовая херня. Где-то еще должен быть у них проход. Давайте сделаем его где-то здесь. Ну, типа, чтобы они могли заходить сюда рабочие и работать, правильно? А то они не смогут потом работать, как они будут потом заходить сюда. Так что еще нам можно здесь сделать такого интересного? Вот еще вопрос. Нам нужны какие-то полки, напольные шкафы. Ну, это не то, подвесные шкафы, функциональные шкафы тоже не то. Нам нужны полки. Это все, что я знаю. Вот стеллажи. Какие тут есть стеллажи? Ну, из того, что более-менее нам, наверное, подходит, это вот эта штука. Это можно поставить где-то здесь, типа, за пацанами, чтобы, типа, люди видели, какой у нас есть классный ассортимент товаров, что, типа, ты можешь прийти и купить их. Вот здесь вот два вот так вот стеллажа поставим. Здесь будет что-то у нас стоять, какие-то такие товары, которые отложили. Непонятно, зачем их отложили, но зачем-то, значит, надо было. Так, ну, такие, конечно, стеллажи. Совсем не наш этот самый конек. О, вот эти нам подойдут. Но они более такие складские, знаешь. Хотя, а чё бы нет? А чё бы нет? Пусть вот так вот один здесь стоит. А пусть стоит тут, типа, как склад.
Блин, тогда вот эти бы надо бы продать. Давайте их продадим и поставим вот эти две, потому что они более так стиль... Да не тебя, дурак! Вот эти более стилё... Да и... Да сюда! Что за херачу, выкину тебя в окно! Во! Вот так вот очень стильно. Сразу становится похоже на магазин. Ребята, у нас будет магазин в Хаусфлиппере. Какая красота. Слушайте, мне нравится. Надеюсь, что и тебе тоже, потому что если тебе не нравится, ну нам не о чем будет с тобой разговаривать. На выходе из магазина у нас будут комиксы. А чё, типа, пусть берут и покупают. Вот такие вот стенды с комиксами, несколько штук. Пусть, а чё, там какая-нибудь не порнография, зато смотри, какие вон там есть всякие Торы, Марвел, Челопуки, и не только, X-Men, вообще красота, чего только нет. Вот, видишь, как бы они будут такие уходить, такие, так, блин, чё-то забыл, я забыл купить классный комикс, и будут покупать этот классный комикс. Сложно делать магазины, я хочу тебе сказать, мой мозг немножечко плоховасто работает, я пытаюсь хоть что-то найти, похожее на стеллаж, чтобы мы могли с вами выставить продукты, которые можем типа продавать с тобой, но сложновастенько. Короче, Людочкой было принято решение брать вот такие вот гаражные стеллажи и выставлять их в качестве витрин, на которых будут располагаться продукты. А что еще мы можем сделать? Холодильников у нас нету, поэтому просто по несколько штучек вот так вот выставляем и делаем такие вот импровизированные полочки. А что? Ну да, вот так вот. А что поделать? Ну вот такой вот у нас интересный бюджетный магазин. Не волнуйтесь, здесь будет немножечко элементы декора, так уж и быть. Так, вот такие вот стеллажи здесь стоят, это хорошо, отлично, мне нравится. Хочу поставить еще какие-нибудь маленькие стеллажи, чтобы они были красивые и все их видели, чтобы все, типа, все такие заходили, такие, ой, какой маленький милый стеллажик, хочу посмотреть, что тут можно взять. Так, не такой нам нужен, немножечко такой в стиле лофта, потому что мы же соблюдаем с тобой дизайн-код. Мы же с тобой такие. Мы же модный, стильный, молодежный магазин, который, типа, зазывает всех на будершафт. И не только. Белая доска. О, кстати, белую доску можно повесить где-то, типа, у этих пацанов. Что, типа, у них здесь будут они писать свои планы на день, типа. Ты должен продать 4 помидора и 2 яичка и 1 колбаску. И тогда ты выполнишь план и получишь похвалу от босса. За щекан. Плохая шутка, каюсь. Так мне не стул, мне нужен. Хотя стул можно для охранника поставить, но охранник не будет сидеть. Все будут стоять в этом магазине. Где-то же здесь были эти сраные стеллажи. Ну вы где, малыши? Выходите. Я знаю, что вы где-то тут. Вот. Нет, не это. Сколько можно-то? Вот, вот, вот. Нам нужны вот такие вот несколько стеллажей. Значит, смотри. Мы ставим парочку вот здесь вот под кассой. Обычно же под кассой стоят всякие снеки или типа того. Вот, вот так вот. Раз. И вот так вот два. Есть контакт. Ой, слушай, прям реально магазин, а? Так, берем черный. Черный, так, и вот здесь, типа, у нас будут как доп-полочки такие, типа, маленькие, да? Блин, или лучше везде большие понаставить? Ну, блин, а с другой стороны, пусть у нас будет просторный магазин. Мне кажется, заставлять не самый хороший вариант. Заставлять не есть хорошо. Надо, чтобы клиенты могли наслаждаться нашим магазином, понимаешь? А не вот это вот все. Но мы можем поставить, типа, вот такие вот штучки здесь. Ну, блин, они какие-то маленькие. Ну, а с другой стороны... Ну, давайте вот так вот по центру здесь поставим несколько вот таких штук. Ну, потому что это же все-таки магазин. Не надо тут думать прям супер о красоте. Все-таки магазик. И в магазике должны продавать всякие штуки. Должны быть полки и прочее говно. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы вот так. Что здесь ставить, я, конечно, пока не знаю, но мы с вами сейчас что-нибудь придумаем. Давайте пойдемте в моды, где у нас моды. Поехали, значит, или не поехали, сейчас дайте подумать. Во-первых, нам нужны камеры видеонаблюдения. Вот так раз, камера видеонаблюдения, чтобы она блюдила и бдила за всеми, вот так вот. Что-то она какая-то плохо прорисованная, но пойдет. Главное, что у нас есть камера видеонаблюдения, остальное не важно. Главное, что теперь кто-то умеет блюсти. Блин, можно сделать, знаешь, как в Икеях делают, типа, зона «хочу на дачу». Типа такая, типа, зоночка. Возьми меня на дачу, и я тебе отплачу. Чу-чу. Так, мы за красивый магазин, поэтому, конечно же, у нас будут, как всегда, с тобой цветочки. Потому что без цветочков
жить нельзя, должны быть цветочки. Это красиво, это хорошо, это чудесно, это воздушно, это просто ля пота. Нет, слушай, ну мне нравится пока что, наш магазин выглядит вполне себе, очень даже ничего. Давайте займемся с вами наполнением, пойдем по модам сначала. Значит, у нас есть алкоголь, да, давайте алкоголь какой-то ставить здесь. Вот так вот, типа, смотри, значит, покупаем несколько баночек сталкера напиток. Это, скорее всего, какой-то энергетик. Вот так вот мы его выставляем здесь, вот в такие вот штучки, чтобы клиенты могли брать его и наслаждаться жизнью. Вот так вот. Дальше. Пойдемте, сардины пока оставим, хлеб не надо, водка. Ну, типа, я сказала, что здесь будет у нас зона с напитками. Поэтому на первых рядах будет стоять то, что очень остро необходимо людям. Это алкоголь и не только алкоголь. Типа то, что строго 18+. Смотри, сколько водки. Столько водки в House Flipper еще никто не видел, мне кажется. А мечта алкоголика, Толика. Конечно, у нас тут товарное соседство, мягко говоря, не очень страдает. Но зато у нас есть пиво, водка и энергетики. Все, что нужно для счастливого времяпровождения досуга, как мне кажется. Так, а почему... А почему одна бутылка у нас стала как-то криво? Давай хотя бы вот так, а эту продадим. Будет не до сдачи на кассе, ничего страшного. Скажем, это не я, я не пила. Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. По классике. Так, возьмем Джек Дэниелс. Давай Джек. О, Джек сюда хорошо войдет. Чтоб все видели, что у нас есть и элитные сорта алкоголя. Не просто там водка какая-то путинка, а вот есть настоящая виски с колой, только нету колы. Как красиво. Ты посмотри, у нас настоящий магазин, бухлишка. Слушай, мне кажется, еще немного, и Людочка сопьется, и на этом весь летсплей кончится. Потому что смотри, сколько здесь алкашки. Просто жесть. Прям какой-то алкомаркет получился. Ну, все как в жизни, настоящая пятерочка. Где респятся только самые отъядлые алкаши. Кахула. Давай кахулу повесим, чтобы B52 делать. Чтобы фигарили B52. Покупали, и все было вообще на мазе. Блин, как классно выглядит, мне так нравится. Если вы хотите хорошо провести времяпровождение и показаться парню самой красивой женщиной в мире, купите ему ассортимент из нашего магазина ludomazok.com. Просто позвоните, берите, бухайте, и вы будете самой прекрасной женщиной в его жизни. Потому что другая его не поила и показалась ему страшной. А вы напоите, и на этом его компетенция все. Стенд с алкоголем готов. Вот такой вот получился красивый стенд. Прям реально как в настоящем магазине. Слушайте, Людка довольна тем, что у нас с вами действительно получается сделать магазин. Простите, а что происходит? По-моему, Людка в процессе выставления алкоголя набухалась, ребят. Ну, я нас поздравляю. А что делать? Подождите, а как выйти? Ну, вот это приход алкогольный. Алкоголь, фу, сигареты, фу, как все в ТикТоке пелось. Блин, а что теперь делать? А как же мой магазинчик? Люда вернулась, перезагрузилась, чтобы не пить. Ну, потому что, ну, она просто опьянела от вот того, что увидела. Нам еще очень много с вами предстоит обделать и отделать полочек. Я вот сюда поставила пакет, ну, типа такой, видишь, с продуктами, красивый. Поэтому я не знаю, как это все сейчас сделать. Наверное, я буду делать что-то за кадром, что-то вам показывать. Потому что если я буду это все выставлять при вас, вы, наверное, со скуки помрете. А мы же не хотим помирать от скуки, а то Людка уже один раз померла и упала в ад сразу, в Нарнию нах. Но мы поехали выбирать дальше. Я поставлю два ксерокса, как будто это типа касса, понял? Типа это две кассы. Ясно тебе? Это совсем не ксерокс, это касса. Там вот видишь, деньги принимают, еще можно говорить алло-алло, алло-алло, и все. Ну а нету здесь кассы. Кассой будет у нас выступать импровизированная фигня, поэтому что нашли, то сделали. Ну нету здесь кассы. Можно еще, кстати, какой-нибудь музыкальный автомат поставить, чтобы музыка нас связала, музыка наша стала. Так, здесь туалеты, голые женщины, тортики, шпронтики, гамбургеры, блины. Но это не совсем нам подходит.
Есть, кстати, книжки. Давайте книжки поставим где-нибудь... где? Ну, где-нибудь вот здесь у нас будут, типа, зона с книжками. Или это DVD. Но неважно, это, короче, какая-то хрень, которую тоже люди будут покупать. Я вот уверена. Да, это какие-то сказки про единорогов или фильмы про единорогов. Ну, короче, дети вот в этом всем шарят. Мы-то с тобой старые, уже не шарим. Карандаши. Карандаши. Можно продавать где-нибудь вот здесь, типа раз карандашик с этой стороны и карандашик с этой стороны. А если кто-то будет из гостей выделываться, ты берешь такой карандашик и в глаз, чтобы типа неповадно было выпендриваться на, и залупаться на нас, понятно? Так, Кока-Кола пока не надо, берем вот это вот какие-то комикс-буки или типа того и ставим их вот сюда, вот к этим вот братанам. Блин, они что-то не помещаются, ничего страшного. Зато смотри, какое обилие будет комиксов для деток. Детки прям обчитаются, засчитаются. Ну и что, что они все одинаковые? Никто же этого не знает. Может, мы же не знаем, какой у нас поток, правильно, клиентов? Может быть, у нас их дохрена и надо всем закупиться всего. Ой, чипсы Лейс. Не, ну чипсы по-любому надо поставить рядом с бухлом. Чтобы, типа, народ видел, что есть закуска. Чтоб не на голодный желудок. Так что поставим здесь чипсончики для закусончика. Вот так вот. Вот так вот. Покупать совсем не 10 раз реклама чипсов Лейс. Эх, жалко мне, за нее не заплатили. Так, вот эту вот косюльку можно куда-то продать? Она меня напрягает. Не, ну, ребят, это для взрослых мужчин просто, которые по-любому приходят к нам в магазин, и им что-то такое нужно, поэтому, конечно же, здесь будут лежать журналы Playboy, типа, на самой нижней полке, для взрослых мужчин, для взрослых мальчиков, поэтому пусть берут и не жалуются. Вот еще один Playboy-чик тоже здесь. Положим, пусть лежат. Playboy-ятся здесь пацаны, и не только пацаны, и девки, короче... Вот жалко маленьких детей, которые будут здесь ходить на уровне этих плейбоев. Они такие: мама, мама, а что это такое? Мама херакс им под затыльник. Типа, нельзя туда смотреть, и все. И у ребенка депрессия. Так, диски с PlayStation. Блин, ну можно было бы поставить, но у нас здесь книжки и журналы. Вот книжки, кстати. Классические сказки. Во, классические сказки будут стоять рядом с марвеловскими этими комиксами. Я считаю, всем все понравится. Ни одна мамка не возбухнет и не набухнет, понятно? Готовые завтраки, хлопушки Любятово! Тоже их поставим вот сюда, чтобы было много хлопушек Любятово! Бери, покупай и жри хлопушки, всем хлопушки, чтобы вы хлопали ресницами и улетали, и превращались в жирных олухов. Вот так вот, я думаю, столько хватит. Короче, у меня постоянно вылетает игра, но я делаю магазин, я что могу, то творю, короче, он почти что готов, этот магазин. Остались какие-то малюсенькие финальные штришки, я боюсь очень сильно что-либо здесь опять испортить и сломать, потому что игра реально уже забаговалась, и она такая говорит: все, я не хочу работать, не надо мне это, вот. Но мы все равно, мы достроим наш чудесный магазин, я проведу вам по нему экскурсию. Мне кажется, получилось прям офигенно. Я очень долго откладывала эту идею в долгий ящик вашу, потому что думала, ну, типа, как я в Хаус Флиппере вообще смогу... Бляха, твою мать. Людка бухая. Вот так вот я и играю уже несколько раз подряд. Классно вообще, обожаю играть. Пойдемте сходим к соседям, посмотрим, что у них там обстоят, как дела. О, починилась. Вот эта Людка, видал, магическая женщина, существо из непонятное чего. Но, видишь, мы понаставили все, видишь, я же говорю, игра, она уже типа все, она говорит: я не хочу работать, отстань от меня. Так, я хочу вот сюда поставить хлебницы, чтобы их, если что, кто-то покупал, потому что... Да иди ж, твою мать. Короче, игра все. Игра вообще ни в какую не хочет работать. Мы ее сломали, ребята. Мы забаговали игру. Ты видишь, что происходит? Она просто не работает. Она просто говорит: все, я устала. Я не хочу. Но на цветочек я встану. Я сейчас доделаю эту фигню. Типа, я не пальцем деланная. О, кстати, давайте поставим яблочки. Пусть кто-то, ну, люди же любят яблочки, у нас должны быть фрукты, витамины, вот эти вот яблочки, все дела, вот, и переносим нашу чудесный цветок, который выступает в качестве стремянки. Что-то еще сюда нужно тоже поставить, какие-нибудь, может быть, фрукты, вот, еще есть миска с бананами, и не только, ого. Давайте вот так вот ее поставим. Да иди ты нафиг, пожалуйста, что происходит, я не понял, так, все. Заходим в магазин, короче, ребята, готовимся, значит, вот этот цветочек продаем.
Давайте я сейчас вам проведу коротенькую экскурсию по этому чудесному, прекрасному, помрачительному домику нашему, который стал внезапно магазином. Итак, ты заходишь в магазин, который называется Леди Миледи Люда Мазок. И что ты видишь? Ты видишь, как в типичном Ашане, типа, летние товары, типа, покупай со скидкой, все дела, тут цветочки-веселечки. Кошачьи, типа, тоже всегда стоят в магазине, чтобы покупали. И какие-то корзинки. Вот так вот выглядит магазин с нашей стороны. Видите, ассортимент полон, прям дорого-богато жить не запретишь. Давайте пойдем по этой стене, по знаменитой стене алкоголя, после которой Людке стало плохо. Не злоупотребляйте, пожалуйста, алкоголем, мои дорогие булочки, не надо. Дальше у нас идет... стеллаж с закусками, тут чипсончики, тут попкорнчики, какая-то лапша и кофе, много растворимого кофе. Дальше идут соуса, на верхней полке макарошки, какие-то еще макарошки, меда и всякие вот такие вот смазки, консервы и собачья еда. Дальше идут фрукты и овощи, а вернее овощи, яйца, яиц много не бывает, молоко тоже много не бывает и, конечно же, колбаса. Не надо осуждать меня за товарное соседство, вы не ревизор, поэтому не смей. Здесь у нас находится стенд с бытовой химией, то есть жопу подтирай, трусы стирай, запах за собой проветривай, чтобы все было хорошо. Ну и, конечно, руки мой, чтобы ковида не было, чтобы не сглазить. Здесь тоже еще и консервы есть, водичка, всякие макарошки, рисочек, консервы, яблочки, тортики, напиточки еще, консервы для старой бабушки, чтобы закруточки ей не делать, хлебные крошки, пончики. Херня для украшений и декора, это для дачников, полотенца, целых два стеллажа, цветочки, василечки. А куда? Здесь были цветочки! Слышь, где цветочки? Я не понял, а? Там были цветочки, я тебе отвечаю. Вот эти были цветочки. Вот эти были цветочки, вот они. Они вот здесь стояли, такие красивые их, они исчезли, ты понимаешь, они провалились, они ушли бухать, вот. Здесь стоят вазочки, чтобы женщина могла выбрать себе вазочку, которая ей больше всего подходит. Здесь тоже еще один стеллаж с цветами, так, это мы уже смотрели. Здесь книжки и шалавливые мальчишки, да. А тут у нас снеки и вот такие всякие кукурузы, вот это вот все сухое, то, что надо разбавлять молочком. Стенд с комиксами, типа, читай, забирай, вали отсюда. Здесь очечи купи, комикс тоже почитай, газетку возьми, статуэтку купи, жвачку полежи, пососи. Чай на пробу ты возьми, а если будешь себя плохо вести, получишь в глаз либо этим, выбирай сам, что хочешь. Ну, с этой стороны все то же самое идентично, ну, а вот это касса. Мне кажется, выглядит очень красиво и похоже на магазин, как считаешь ты? Пиши в комментарии. Не, мне кажется, прям удалось. Я правда думала, что получится гораздо хуже, но то, что вышло по факту... Мне нравится, очень красиво, игра бы еще не лагала. То есть смотри, ты такой, типа, у тебя есть магазин, но ты такой устал работать, пошел такой в свою аниме-комнату и заснул здесь. Все как в Европе, но в нашем случае почти что как в Японии. А потом такой отдохнул, пошел дальше, такой, типа, на-на-на-на-на, свободная касса. Кстати, заметил, что я еще наклеила, типа, где выход... И что сюда заходить не стоит, только тот, кто имеет доступ к этому. В общем, пиши в комментарии, как тебе этот магазин. Сходил бы ты в магазин а-ля Людкий Мазочек. Мне кажется, он выглядит очень красиво и офигенно. Прям я горда собой. Надеюсь, что ты тоже мной гордишься. Не забывай подписаться на канал. С тобой была я, Людочка Мазочек. Увидимся уже очень скоро. Пока.